Приехали медведи на велосипеде, друзья. Всем привет, в студии StarLadder TV Slam. И сегодня у нас с вами матч Existence против команды Mind. У меня сегодня обычные роговские наушники, потому что Dota сегодня комментируется вдвоем, в принципе. И забрали микшер, Тафа сегодня опять на BLC, Bloodline Championship. Родной Bloodline, друзья. Ну и на BLC там сегодня целых 9 или 8 матчей, что-то такое, поэтому Тафа будет занят, и ко мне он не ворвется. Ну, Майнд уже начеркали карту вместе с Existence, могу сказать. Также, кстати, вчера я не озвучил инфу про капусту, которую дисквалифицировали со стар-серии. На самом деле, слава богу, что такая попытка была пресечена, во-первых, нашими судьями, во-вторых, при поддержке новой Systems, то, что ровно и вовремя все это было замечено. Так делать нельзя. То же самое, что дать поиграть, ну да. Дали поиграть просто своего аккаунта Фогейма, ну, другим игрокам. Это очень-очень плохо, так делать нельзя. Играть надо честно, друзья. Эх, что ж еще здесь можно добавить? Ну вот, результаты такие. Команда Капуста получает дисквалификацию с лиги Star Series. Во всех матчах будет поставлено техническое поражение со счетом 10-5. Команда Копирайт, в которой находится игрок Игрек в Сан-Лоран, дисквалифицируется с лиги Pro Series. Второй состав команды Копирайт также дисквалифицируется с Pro Series. С Pro Series их матчи будут завершены техническими поражениями со счетом 10-5. Никита Фигаси, долбня, получает бессрочную блокировку своего игрового аккаунта и бан на всех турнирах StarLadder TV сроком на 1 год. То есть аккаунт-то, скорее всего, он вообще никогда не разбанит, но на Star Series сможет играть только через год. И вообще в проекте StarLadder сможет принимать участие только через год. Так что, ну, тут куча-куча всего. Артем, вот этот вот тип, которого мы упомянули, Лоран у него в нике упоминается, получает бессрочную также блокировку своего аккаунта. Вот, ну и за ними также идут с одинаковой статье Ива, Клифф, Рэнди и Бока. Если любой из забаненных участников будет замечен в какой-либо команде на официальных турнирах StarLadder TV, последует немедленная дисквалификация и продление бана. Играйте честно, это закон. Для игрока это закон. Закон суров, таков закон. Вот. Но у нас здесь Midtown, команда Mind против команды Existence. Сейчас уже должны стартовать. Я нажму кнопочку «Готов к бою» и буду ждать, когда парни раздуплятся. Такс. Ну что, ждем. Надо написать им go. Пока попью черной водички. Черная водичка хорошо пошла сегодня у нас. Что поделать? Что поделать? Ну что ж, стартуют они сегодня или нет? Да, нажимают готов пока что игроки. Ну, я думаю, можно уже сразу же ворваться просто в Point Blank. Нас ожидает сегодня интересных два матча, конечно же, их не три, их всего два, но будет весело. Будет весело, друзья. Сейчас я быстренько параллельно еще звук зачекаю и посмотрю, что у нас в дашборде пишут. Также можно смотреть, кстати, из ВКонтакта. Приложение ВКонтакте vk.com/kibrarena_app. Ну и матч сейчас уже начинается. А в обой, друзья, понеслась. Вот я погибаю. Ура, кнопочка F5. Вчера после Counter-Strike я долго нажимал на кнопку F5, но было бестолку, чтобы посмотреть на всю карту. Ладненько, ну что, Минде атака, игра через длину, сразу же моментальный пуш, фристар, ой, взрывает Красича и Лоло, своих двух игроков, тиммейтов, да что ж ты, ей же ша, ну это полный, это просто без комментариев, короче, бедный фристар, остался последний. Бомба была установлена. Короче, ну вы сейчас сами все видели, как это произошло. Вроде бы нормальный момент, игра подлиннее, в итоге минус 2 просто. А точка за секунду становится чистая. За один стоит последний хедшот, 1-0 в пользу Mint. Mind. Лол. Как это вообще получилось, я не знаю, но выглядело очень-очень смешно. Existence теперь будут бояться, наверное, сейчас вообще ходить куда-то сгруппированно. А! Я понял, взрыв был вообще, наверное, где-то под бетой. Короче, нет. Взрыв был под А. Так, за что давался бан на всей Star Series? За то, что давали играть другим игрокам со своих аккаунтов в гейме. Так, здесь уже пошла игра по длине. Кракен, как видим, запустил сейчас план, пытается пистолетом отстрелиться, но Грей здесь не прощает. Карает минус по Кракену, минус от Хитача, и бомба ставится опять на Альфе. Ну, короче, здесь сейчас пока что разрыв команды Existence с первых двух раундов мы наблюдаем. Тут вообще ребята даже ни привета, ни котлеты, ничего не дают никому. Просто совершенно спокойно берут и отваливаются. Как-то не уверенно. Ну что, 5 в 2 почесали.
отбивать, и Лоло, Флюстар, и Лоло оббегает с респа. Флюстар тут курятник зачекал, видит Джонни, который его, в принципе, дразнит, и дразнит очень-очень жестко, добивает, и последний хедшот ставит Грей. 2-0 в пользу Майнд. Следующая игра с участием команды Rock Skies будет, друзья мои. Вот вы, вижу, спрашиваете, кто же сегодня играет. Mind Existence, Rock Skies, с кем только, я уже забыл, потому что не успел вовремя одуплиться. Решал проблемы. Другого плана. Rock Skies, Tourette Syndrome. Ой-ой-ой, на Сларка посмотрю, на Дерок и, конечно же, на Санэктива. Так, ну что, причать 2-0. Видимо, Existence пора уже здесь сыграть как-то уверенно. Минус от Красича из ЦКФ забирают пока что. Как удобно в этих наушниках играть. Минус 2 от Красича, еще фраг ЦКФ. Кракет взрывает с гранаты Грея на длине. И контроль ЦКФ длина будет продолжаться. 5 в 2. Вот теперь уже у Миндов такая ситуация. Вообще, если кто помнит, последний матч Майн, который мы смотрели, они были выше на своих соперников просто голов на 20, наверное, как не на 30. И ситуация складывалась следующим образом. Пацаны просто тренировали длину, атаку по длине. В итоге с пробросами совсем заходили. Смотрим на Джонни, открывается нормально в плент. Минус Дэн, но Кракен здесь просто ждал на заходе. Красич все еще контрит ЦКФ. Ну и Кракен здесь как бы один его пробрасывает. Зуан дает гранату. Ну пытался на гранату посадить, не посадил. В итоге Кракен просто отдал плент сейчас. Не стал стреляться, здесь пошел поджим оттуда. Красича и с двух сторон. Минус каска, кстати, была у Зувана, и попадание в голову предсказуемое. От Existence. У Миндов, по-моему, дроп, если я не ошибаюсь. Нет, не дроп, мне показалось. Мне показалось. Итак, продолжаем смотреть за матчем. Скал длина, Зуан респ и давление на бухло. Ну, вот два раунда длины, третий раунд тоже сыграли с длиной, теперь уже бухло. Ну, в том раунде просто ЦКФ не смогли занять здесь, потому что вот теперь уже два девайса. Existence тоже, в принципе, немножечко комбинирует защиту на ЦКФ. Это хорошо. Это очень-очень-очень хорошо. Грей. Каким там уже вышел на контакт и Лоло. Вот здесь нельзя переключить на игрока, к сожалению, сразу. Но он первый выходил на контакт. Грей убивает Флюстара. 4 в 5. Бухло прорвали. Идет вброс. Небольшой. От защиты. И они отдают бухло, в принципе, полностью. Здесь еще вброс пошел с респа на плент. Да, вот он дым. Вот он дымчик упал с респа. Но игроки команды Mind, как видим, уходят сейчас в сторону респауна. И будут продолжать, наверное, отхалживать в этой ситуации. Сказать здесь пока что больше нечего. Стараются. Стараются сыграть очень-очень технично. Ну, медленная игра, она играть минус 2 чаще всего бывает очень-очень-очень эффективной. И пока в чистом преимуществе. Холд продолжается. 1-3-6. Но время контратаку, наверное, устроить здесь. Игрокам команды Existence надо аркадить. И они принимают решение выйти в ЦКФ. В этот момент Минды проходят, как видим, у нас все на бухло. Будет принимать их Лоло, который ставит хедшот. Его разменивает Зуан моментально. И врыв плент будет продолжен. На дальней дистанции пока что отбивать никто не отбивает. Вот ЦКФ зааркадил Красич. Да, посмотрите, уже пошел в спину. Он здесь просто не по таймингу идет. Они ждут парня в спине, который должен был аркадить с длины. И Красич в итоге занимает бухло. Чекает, никого в упоре здесь у себя не нашел. Знает, что так, видит Зуана, стреляется с ним, но не попадает ему в голову сразу же. И 4 в 3 будет продолжаться ситуация. Красич все-таки добивается второй попытки. Кракен поддерживает огнем, минусуя Грея. И это 2 в 2. Красич плюс Кракен на выбивании. Не понимает, не понимает Красич, откуда по нему стреляет. В итоге остается, оставляет своего тиммейта Кракена одного в пленте. И 1-1. Скал Кракен, Кракен скал. Ой, Кракен не успел развернуться, не туда посмотрел. Это 3-1. Какой раунд? Какой раунд был сыгран сейчас команда Existence при выбивании? Ну, по сути, они должны были железнее стоять. Почему за Эксов играет Минден? Ну, Дэн, значит, играл за Минт раньше, просто ушел, а Ник остался. В поинт-бланке с Никами такая тяготня. Тяготенька. И в итоге так получилось. Ничего с этим уже не поделать. Так, здесь пока что пробросы пошли. Одымление. Игра. Грей. Врыв. Скел. Минус Красич. Есть. Пострелял, пострелял. В итоге здесь согнали снова с бухла игроков атаки. Но преимущества будут действовать. Потому что Скелл уже дал фраг. И для Миндов этот перевес значительный. Ой!
не дали Скеллу подойти сейчас по длину под БТР. Красивая граната была от Крэкена брошена. Тут плюс хилпа был, прорыв ЦКП, обрыв бухло с разменом за One Last. Как видим. Вот минды знают, что делать в численном преимуществе, но не знают, что делать, когда они в меньшинстве. Это заметно. Так, ну, Кракен здесь теперь, конечно, поджимает. Пошла граната, и в итоге Зуан в стиле игрока из Counter-Strike отходит после этой хэшки. Ну что, будет выходить сейчас, наверное, на Дэна. Дэн подъем. Начекал он Зуана. По-моему, он его даже увидел. Нет, Дэн открывается, стреляется. Зуан пытается создавать давление, продолжает. Ну вот здесь реальная, вот реальная перспектива здесь только в том, нельзя как нуж подходить, там же, ой. Ну что, где-то Кракен. Ох, на Кракена даже не вышел Зуан, просто его зажал, в итоге прячется, вальцуется с плентом, открывается Кракен. Кракен ушел, 61 хп Дэн, плент в итоге врывается в кафе, и Кракен здесь просто должен его собирать. Мажет, стреляется с Зуаном. Ох, ты ж 14 хп, добивает Кракена. Как растеряно, Дэн спешит запирать. Дэну надо как можно быстрее спешить. Он должен понимать, что соперник его тоже спешит. И Дэн, видимо, по времени просто думал, что тот еще с респа попробует обойти. В итоге выход с кафе, как видим, на БТР. Прострел от игрока. Атаки, заказ, и все, Зуанова начекал. Смотрим, если возьмет, то это будет просто ультра-раунд. На таком халде играли? Нет. Дэн здесь, как видим, все-таки перекрыл. Поймал при отходе между бочками. Это 3-2. X-Distance отбивает одно очко и будут продолжать, наверное, действовать в своем репертуаре. А может быть нет, а может быть да. Ну, 3-2. Как-никак, это 3-2 и пока, возможно, будет напряженка. Возможно, будет напряженка. Кто-то написал комментарий, аж сердце радуется по поводу банов и дисквалификации. Ну а чему тут радоваться? Чему радоваться? То, что люди просто идиоты. Вот. Как сердце может радоваться за людей-идиотов? Мне кажется, им нужна срочная психологическая помощь, не знаю. Опачки, Джонни! Вот это был отсып сейчас просто. Не дал забочек чекнуть Кракену, в итоге пробили длину, взорвали Дэна, все. Здесь, по-моему, ребят сейчас просто будут бегать, давить, топить и просто изничтожать своих соперников. Давайте смотреть. Так, прострельчик есть. В плент Красич респам. И у Красича тут, как видим, не сложилось. Не, у меня осталось впечатление, что он знает, что он хочет сделать, но у него просто это не получается, не хватает уровня немножечко. 4-2. Не смогли выйти на 3-3. Так, вот этого момента я ждал. Это, в принципе, уже переходный момент. Как бы, я думаю, здесь сейчас все так же и будет продолжаться под дудку команды Mind. Что такое 4 очка? Эх. Что такое 4 очка вообще за атаку здесь на этой карте для команды Mind? Это уже, грубо говоря, победа просто в первой половине. Ну да, это не пятое очко, это не победа, но фишка вся в том, что 4 раундов здесь вполне хватит, чтобы разыграть во второй половине. Ну и один раунд, кстати, был вообще подаренный. Здесь размен 4 в 3, снова длину согнали, однообразно действует Майнд, но вот пошел врыв ЦКП, стригут кассу, Хитача сбривает, 2 в 3, Хитач пытается здесь закрепиться против подъема, не убивает, но прогоняет игрока вражеского. Кракен не дает фраг, его единственный шанс остается, чтобы отдать позицию и отдать альфу полностью. Так, проброс играет Хитач. Ой-ой-ой, друзья, где же враг-то его? Да, все, Кракен отошел к респауну. И флюстар добирает Зуана. Все, давление создавать не получится со всех сторон. Позиция Хитача известна, и будут добивать. Просто добивать. Смотрите, что сделал. Вышел с кафе. И, наверное, сейчас полезет на курятник, хотя 1.47 осталось. Не, минус флюстар на стяжке. Попытается Кракена подловить, да, ну подловил, но тот убежал. Не стал даже стреляться и пытаться стреляться. И Лоло, конечно же, здесь должен закрывать сейчас Хитача. Видим, жесткая стрельба, пистолет и... Ох, добивает с 25-й попытки. Красавчик, 4-3, Existence отбивает себе один раунд. Из возможной серии вообще. Пока напомню, друзья, трансляции на pb.starladder.tv. Как можно чаще прошу вас заходить, смотреть расписание. Матчи проходят Star серии каждый день. И на трансляции матчи Star серии также каждый день. По 3-4 матча, обычно сегодня 2, но это как-то вообще мега мало. Не особо много. Эх,
Уникальная ситуация просто сложилась с расписанием. Вот завтра, наверное, будет матчей 5, если я не ошибаюсь, или 6. Вот. Ну и начинаем мы обычно где-то в 7 часов по московскому времени, в 6 часов, в 5 по киевскому. А, в 6 часов по Москве, да, время же сдвинулось у нас к Москве немножечко вперед, и поэтому для москвичей и вообще для зрителей из России это будет очень удобно. Ну и записи трансляции, они же воды именно как. Вы можете найти на pb.starladder.tv. Там, кстати, сегодня читаю комментарий. Новость называется «Матчи на 26.03». Заходите. Это 12-й игровой день. Пишите комменты. Привет, и в перерыве передам. Так, Скелл, игра через длину. Пока что последний в звене. Они там разыгрывали, как я понял, бухло. Не, ну под конец от безвыходности, потому что там позиция, естественно, отдана. Но тут Скелл решил продропать такой обманный маневр. Но это 4-4 и первая половина, в принципе, здесь уже не важно, кому идет. Я просто догадываюсь, что будет во второй половине, а будет это очень-очень жестко. Итак. Давайте смотреть за тем, что же здесь произойдет. Опять под бухло пытается выйти звено Грей плюс Хитач. Хитач раскидывает, Грей упор. Вот на Грей сейчас будет очень острый момент. Видел ноги, каска, ну нет, не словил. Не словил, не убил. В итоге предстоит ему отойти, потому что уже должна была по таймингу, да, полететь граната. Она полетела. Флюстар просто моментально накидывает после того, как появляется какая-то первая информация. И смотрим на вторую попытку Грея открыть бухло. Здесь нашив ширмы жестко идет от игроков атаки. Но подброс, подброс на плент. Ой, посмотрите, как хорошо залетела граната. У меня еще и в плент упала полностью. Ну, подъем он изолировал. Что я могу сказать? Подъем изолирован, будет, наверное, выход на бухло, потому что пока ЦКФ с подвижек тоже нету. Да, все-таки вот однотипно. Однотипно играют минды. В том раунде пытались то же самое сделать, но на другом тайминге в итоге напоролись на крафти, на Красича, и он дал ключевые минус 2. 73 КП у него осталось. Давайте наблюдать. Так, в упоре игрок атаки. Красич просто шьет. Красич просто шьет, даже не старается сыграть как-нибудь по-другому. Все очень однообразно. Его подсаживают. И защита просто контролирует в последнем раунде, в принципе, всю обстановку. Да. Тяжела жизнь. Тяжела жизнь у игроков. Команда Mint, Mind. Остается последний из Магикан. По-моему, у Миндов сегодня ставки. Они специально оставляют одного кого-то из своих тиммейтов, да, в живых. Чтобы тот... И делают ставки потом вчетвером. Затащит парень или не затащит. Но здесь, как видим, он пытается нашивать. Но в итоге Existence заканчивают с традиционным счетом 5-4. Кстати, Миндов я еще не видел, чтобы они кого-то уверенно обыгрывали на этой карте. Так что мы сейчас выходим из боя и будем ждать начала второй половины. Пока у нас небольшая... Должна была быть пауза, но ее уже не будет. Ура. Эх, мне все Point Blank напоминает, что осталось совсем чуть-чуть. Ну что, я жду смену сторон. Посмотрим сейчас на Mind в атаке. Ой! На Mind в защите и в атаке посмотрим, как смогут справиться Existence. Я дико-дико сомневаюсь, что Existence будут разыгрывать как-нибудь так. Как-нибудь так, потому что, ну, нереально... Нереально странная ситуация здесь возникает. Просто я первый раз вижу, чтобы Майн так в атаке играли, не ахти. То есть первые три раунда они сыграли очень-очень быстро. Они их взяли, два раунда сыграли по заготовке с длиной. Третий раунд не получилось играть. И попытки атаки бухло плюс ЦКФ заканчивались просто бедой. Эх, полной бедой для них. Деморализации может быть. Но я думаю, в защите ребята зажгут. Existence что-то обсуждают сейчас. Потому что им предстоит все-таки сыграть в атаке. Это слабая сторона. Вообще можно вернуться в ПБ. Посмотреть, что не готовы три игрока. Я напишу go. Поддержу, ребят. R2K. Именно драла. Теперь Existence. Но R2K очень-очень непредсказуемо играли. Очень сильно старались. Мне вот написали сейчас сообщение на PBStarladder TV про R2K. Вот здесь немножко, ну, по-другому как бы ложится вся ситуация. Слэм, передай привет Тафи, фигаси. Ох, Слэм, а завтра что? Играют матчи? Завтра вроде вторник. Ну, нет, завтра матчи не играются. Завтра матчи не будет, завтра перерыв. Я просто
Завтра, когда говорю, сразу подразумеваю в среду. Ну и в среду мы с вами понаблюдаем. Я думаю, матчей 5-6 будет, да, если не ошибаюсь. Коснемся. Я надеюсь, только Star серии. Смотреть про серию не будем. И хочется как можно больше звездных игроков пронаблюдать. Сейчас уже, кстати, Star серия в самом разгаре. Здесь уже игры идут на жесткие очки. И шансы вот набирают другие команды. Плюс дисквалификация капусты. Вторая победа будет у команды Madhouse после этого. Так, пока что Скал нарезает по крайсичу, причем очень-очень хорошо. Как видим, здесь по-прежнему с длиной пытается атаковать Флюстар плюс Дэн. Ну, Existence, в смысле, зеркально делают. Я уже видел от них просто металл не раз. И игра у них была 12 кафе без бухла. На бухле оставался там игрок просто на выжидание позднее. Но здесь, как видим, просто не дали нормально сыграть. Скал пропустил парня в упоре. В итоге помогли здесь. Ох, Дэна забрал, конечно, за один. Помог, прикрыл своего оппонент-тиммейта. И смотрим на Крэкена, который пока не вызывает у меня вот небольшое удивление. Стоял, ждал с пистолетом на голову. 5 хп. Ну и Лоло плюс Крэкен. Не дали пройти сейчас, как видим, аккуратник. Зуан забрил вообще хорошо. Сбил каску. Грей пытается защелкать Крэкена. Ну и тот, в свою очередь, тоже, в принципе, не дает никакого сопротивления. Это 5-5. Это 5-5, и, по-моему, это будет сейчас камбэк от Майнд. Хотя фиг его знает. Сейчас, может быть, что-то придумает Крайсич. Ой! Извиняйте. Завтыкал эфирный монитор. Сегодня без режиссера работаем. И завтыкал эту заставку. В итоге раунд целый, пришлось вам это потерпеть. Ладненько, давайте смотреть. Пошла стяжечка. Красич, Флюстар, Кракен и Лоло, Дэн. Под длиной плюс ЦКФ. Опасно, Зван уже пошел его аркадить. Вот это сейчас может просто быть очень-очень плохим поступком и вообще решением неоправданным. Да, он аркадит и, как видим, его сбривает 4 в 5. Вот она сама неоправданность. Минус дали. Теперь уже можно создавать псевдодавление на длину. Но здесь стоит под бухлом Грейдалчек. Видел двоих. Соответственно, надо ЦКФ создать давление. Попытаться дать минус по кому-то. Попытка вот увидеть Красича. Да, Скелл увидел Грей минус. И Лоло. Отлично. Да, аркадит Джонни длину. Взрывается в ЦКФ практически. И не убивает Красича. 106 хп ему оставляет, но он там жестко-жестко напугал, конечно, сейчас своих врагов. Ситуация 3 в 3. Как видим, минды, в принципе, нормально качнулись. Написал Дэн, недовольный Джонни, что как так? Минус от Скелла. Размен. Скелл! Ох, Скелл! Минус 3. Минус 3 в его исполнении. Вот я думал, что кто-то из игроков атаки все-таки попробует здесь его первого убить. Ситуация к этому вся шла, но до этого не дошло. Странновато. Смотрим. Дальше заматчим. Пока что Зван принял прокид. Ну как прокид? Просто прокидик. Легкий прокидик принял. Спалил две гранаты, три. Здесь, как видим, минды, Existence стараются сыграть опять два длина. Дэн плюс стар. До этого все закончилось. В том раунде, вернее, все закончилось тем, что просто хедшот. На этот раз и Лоло в качестве открывающего по Грею. Скелл дает размен, игра с ЦКФ. Скелл, кстати, очень интересно играет. Вот в этой встрече с Аугом я ожидал от него увидеть читак. Вообще бил здесь такой, что читака у миндов нету. Вот либо Грей с ним сейчас играл в раунде, я просто опять пропустил. Кто же был читаком? Ну, если бил, сейчас на 4 ауга они остались играть, они будут стоять против одного читака вроде бы даже. Так, ЦКФ в дыму, атака не проходит, Красич прокидывает, стяжки... Нет, стяжка есть. Флюстар и Лоло пытаются уже нагреть. Плент открылись, бухло. Смотрим за Скеллом, Китачом. Китач отдается, Скелл на перекрытии будет, но он уже будет разыгрывать подъемы и до самого эпичного момента. Взорвали его гранаты, понял, где он находится, минус Лоло, но Красич снова дает размен, железная игра от Красича. Была установлена. В этой минуте раунда. И, как видим, Зулана просто здесь нашивают. Получает он очень хорошо. Хорошую порцию. Джонни минус Флюстар. Сейчас будет попытка убить Красич. Идет на него прострел. Красич минусует. И в итоге Красич... Его еще и прошить хотели. Но он вот 110 хп. Какой-то бессмертный Красич. Сегодня у нас через ширму не нашили его нифига.
Ну, вальцуется и, в принципе, спокойно здесь, как видим, реализует свою позицию. Сзади на него не смотрел. Счет становится 6-6. У Existence сейчас появляется с этим раундом вообще, в принципе, шанс. Шанс на то, чтобы затащить. Ну, сейчас увидим, как оно будет. Сегодня, кстати, очень интересно работает Point Blank. Спасибо Инови. Сегодня я зашел в Point Blank с первого раза и даже не вылетел никуда. Вот Флюстара та же проблема мучает. Мы с ним сегодня обсудили до матча, что как происходит. Пока что минус от Крэкена. Был через ЦКФ. Вот он, Крэкен, да, вот он. Билд с читаком. Забрал Скелла. Скелл читак не берет. Давайте смотреть за Джонни. И закрывает Джонни здесь ДНА. Как видим, не давая пройти в упор по длине к БТРу. От этого, в этот момент одновременно должно было быть создано давление у Existence. Они его, в принципе, создали, только немножко завтыкали, я считаю. А, они попали на прокид. Просто нормальный, быстрый прокид. И минус от Джонни. Ну, вот их сейчас, конечно, затормозили очень хорошо. Хитач. Я не знаю, как Джонни здесь убил, но вшивал он жестко. Как видим, пытаются Existence стреляться. И Лоло последний, кто в этом атакующем звене остался в живых. И Бухло, в принципе, ну, не лучшая для него ситуация. Пытается и Лоло нашить. Ой, увидели. Ой, увидели. Все, пошли воевать. И Лоло. Один минус дал. Гоняет Грея по плунту просто. Слева направо, справа налево. Но тут в спину заходит Зван и решает, в принципе, всю ситуацию. 7-6. 7-6, друзья. Начало миссии. Пока что все очень прикольно держится. И вполне возможно, все будет так же продолжаться. Ну вот удача для Хитача. Взрыв гранатой. Одна граната, сразу минус 2. В итоге Крэсич. И Лоло сейчас под бухлом. Ну тут, по-моему, все деморализовало просто сейчас команду Existence. Они даже не стараются, не вижу я от них этого. И Лоло минус Хитач. Дал размен, но 4 в 2. Лол. Как видим, вот это заход просто. Длина плюс ЦКФ, Зуэн плюс Скала, в итоге минус Крякен. Он же Крэкен, Кракен остался последний. Лоло, как видим, попыточка стреляться со Скеллом. Зуэн его стрижет. Скелл, Зуэн. Ну что, будут, да, заходят на подъем, пытаются зайти на подъем. И, как видим, вброс есть на них. И Лоло, ох, Скелл все-таки его добивает. 8-6. Ну и Лоло просто здесь уже стрелялся на батю. Вот, например, Скелл в первой половине делал что? Когда он оказывался в такой ситуации, он просто все выкидывал и стоял с ножом, ждал, втыкал. В итоге его приходили, добивали. Эх, забанили Сларка. Так, Слэм. Передай привет Азову. Азову. Или Азову. Азову, наверное. Слэм, ставлю на следующий матч 10-6. Хорошо, Слэм, что вы там с Него и Зигином собираетесь создавать скайп-шоу? Да, у нас будет скайп-шоу, мы пригласим, скорее всего, Зигина, и будет негатив. Ну, пока еще не ясно, пока еще не ясно. Но это будет только через неделю, друзья, как минимум, что я могу сказать. И в скайп-шоу сможете задать вопросы негативу, кстати, пообщаться с ним, побеседовать и узнать будущее, наверное, планы команды RockSkiz, если он, конечно же, не зажмет и поведает. Сколько тренируется и все такое. Потом, может быть, попробуем школу создать. Небольшую Point Blank, то есть именно командные игры. Вот, но чуть попозже. Здесь тем временем 9-6, ничья для Mint, Mind и... Mint, Mind, вот я не знаю. Mind правильно, но Mint хочется назвать, знаете, так по-русски чисто. Миндухи! Миндухи, братухи! Жарят всех в ухе! Крэкен минус Скелл. Тем временем атака от Existence. Это их последняя лебединая песня, как я понимаю. В связи с этим они решили начать убивать. Что самое интересное, они пробили длину. Сразу в первых секундах раунда. У них это не получалось сделать просто всю вторую половину, а тут получилось. Но Хитач накрывает. Крэкен пытается дать размен. С Флюстаром остается 2 в 2 против Грея за 1. Эти звенья, кстати, уже были в первой половине. И тогда Минды не одержали победу. Здесь, как видим, позиция от Зуанов преимущественно выгодная. И Кракен остается последний. Уходит на бету. Достал свой золотой ножик. Показал нам, типа, вот он у меня есть. Ну, конечно, будет ставить бомбу, потому что здесь выбора нету. И, во-первых, нету никакой дистанции, чтобы посидеть, повтыкать. Уходит под КТ. И мне интересно, Грей его найдет или нет. Да, Грей его, походу, сейчас просто найдет. Крэкен, Грей.
А, там еще Зуан в спине, и в итоге Крекена просто здесь, да, накаляет, накаляет, заходит в спину у нас Зуан, и Грей ставит каску вместе с Зуаном, в принципе. Добивая, вальсуя, и счет становится, друзьяшки, 10-6, выходят с сервера игроки команды Existence, да и я тоже вместе с ними. Ну а пока я тут, я с вами, это StarLadder TV, друзья, студия StarLadder TV, беточка StarLadder.tv, заходите, жду ваши комментарии к новости. Матчи на 26.03, здесь пока что отписываются, ну не все, но чуть-чуть, у меня почему-то пропали картинки в браузере, я сейчас попытаюсь обновить эту ситуацию, чтобы как-то так видеть ваши аватарки. Так. Кто-то тут писался. Удачи, Existence, написал Килева. Слэм. А завтра что, играют матчи? Нет, завтра не играют. Не, вообще могут играть, просто профилактика, дело такое, да, они могут играть и в середине, бац, и все оторвется. Поэтому мы решили сделать выходной просто, вторник, вернее, сделать выходным днем. Ну и надо же отдыхать как-то, да, и комментаторам, и судьям. Ну и последний комментарий на сегодня, это передай лайку и негативу. Передай привет лайку и негативу, спасибо заранее, на здоровье. Вот, привет, Слэм, передай привет кланам Ghost of Freedom, Снег и ОПГ. А по матчу Existence удивляют. Ну, меня особо сильно удивили. Если бы они выиграли, они бы удивили. А вот они, к сожалению, не выиграли, Майнд просто остались на своем. При том, что видно было по игре Майнд, что играли немножечко расслабленно, ну не так, как надо. Ну и у нас следующая встреча, друзья, это RockSkiz против команды Tourette Syndrome. Через несколько минут, прямо сейчас на трансляции, оставайтесь с нами, небольшая музыкальная пауза на один трек, жесткий трек, потом рекламный блок, и мы вернемся уже с встречей, пойду подбодрю негативы перед важным матчем.